Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Приглашаю вас к просмотру очередной серии игры Seven Days to Die на сложности Insane с бегающими зомби, с уменьшенным спавном лута, увеличенным спавном зомби и на одной жизни. И перед тем, как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео для продвижения его в YouTube, а также прошу вас посетить мою страничку ВКонтакте, ссылку вы найдете в описании к видео. Приятного просмотра. Ну что ж, давайте тогда продолжим наше выживание в Seven Days. Так, я отменяю производство земли. Почему? Потому что мне нужно сейчас это все сюда скинуть. Я хочу сделать, во-первых, себе... Так, этот wire tool здесь тоже вообще неуместен, потому что не отсюда он. Я хочу, в общем, себе сделать печку вторую. И, соответственно... Так, давайте, кстати... Наверное, воды себе я сделаю какое-то количество. Так, build water. Сколько у нас там? Так, это у нас минута 40. Ну, 31 вода. Нормально. И снега. Да. Забираю я вот эти камушки с собой. И, наверное, что еще? Ну да, кожа. Кожа и глина. А вот глина, кстати, мне надо накопать. Ну, как вы помните, вот эта яма, я добывал свой байк, пытался его вернуть, но вроде пока его не нашел. И эту яму я хотел приспособить для ловушки, но ловушку делать сейчас не буду. Почему? Потому что у меня 35-й день, а значит, не так уж много мне осталось. 8 часов. Да, не там, сколько, 10, там, 9 часов мне осталось до Орды. Причем, я думаю, что так в попыхах я нормально ловушку сделать не смогу. И думаю, что Орду я, наверное, так переживу. Без боевки, наверное, серьезной. Просто это будет такой челлендж выживания в Орду. В Орду. Ну да, в Орду. Или во время Орды. Вот так вот, можно сказать. Хорошо, набрал я тут себе глины. Сейчас мы быстренько сделаем форж. Да, форж. Еще один форж. Так, лопата мне уже не нужна. Пока дойдем до туда, наверное, форж уже будет готов. Здесь, кстати, тоже можно было, конечно, встретить Орду. Но я подозреваю, что вот эти вот конструкции ее не переживут. Почему? Потому что Орда уже не та, друзья. Орда уже не та. И она, так сказать... себя представляет гораздо серьезную опасность, чем раньше. Так. Примерно, если в прошлый раз приходил плеватель зеленый, то здесь уже на них несколько придет. Плюс еще всякие братья, зомбо-братья. Так, сюда тоже, кстати, надо немножечко стейрсов добавить. Штук 5, наверное. Все зомбобратья придет и, конечно, все тут разнесут в пух и прах. Поэтому тут я даже ничего особо не хочу пытаться сделать. Это защита от обычных орд. Вот. А от серьезных таких уже там ключевых это не здесь. Не сюда. Так, вот это выкладывает. Я возьму все вот это, да. Что здесь? Так, а что у нас тут? А, во-первых, вот это мне надо взять. И... О, пиво. Пиво. Возьмем с собой пиво. И пойдем мы ее переживать. Да, еще, наверное, металла немножечко я возьму, потому что я хотел бы... Мало ли, что-то подлечить, там, подчинить. Да, можно, что нам, в принципе-то. Ну, возьму я сама таскать. Хотя, не знаю, не знаю. На 32 мне хватит. Так, давайте посмотрим, куда пойдем. Пойдем мы с вами на северо-запад, вот сюда, вот, в этот прекрасный городок, и там мы осядем. Подождем, пока Орда закончится, заодно здесь есть военный лагерь, какой-то домик. Но я что-то думаю, что особо их сейчас... О, тут еще, кстати, что-то есть. Поставим тут что-нибудь, давайте, ну не знаю, там домик. Типа, что это там, домик или что это, H. Отметим тоже здесь какой-то. Вот, видите, кстати, последствия моего мира, который постоянно
подвергался апдейтам. Вот такой тут есть разлом гигантский. Вот так вот он проходит. Хм, удивительно. Ну ладно, посмотрим, что там с ним. Постоянно апдейты. Это очень напрягает меня, честно говоря, потому что постоянно мне приходится... О, воды может еще. Ладно. Постоянно мне приходится мучиться. Ну, как бы сказать, думать. Продолжить игру, не продолжить игру. Расстраивает это все-таки. Как бы должно быть... Не, она есть здесь, преемственность версий. Вот, но... Хотелось бы, чтобы это было как-то более цивилизованно сделано. Игра-то нормальная, а вот то, что они не могут старый мир, грубо говоря, переконвертировать в на новый билд, это... Ну, несколько странно. Может быть, у них просто... Они не занимались этим даже. Ну, им проще сказать, чтобы, ну, вы должны поставить себе новую версию, там, в смысле, обновить мир свой рандомно созданный. Но это неправильно. То есть это... Человек играет, да, ведь он уже тратит свое время для того, чтобы это все тут пройти. И вдруг ему говорят, ну, не, все, давай, там, бросай, давай заново. Ну, после таких слов обычно, как бы, это как какое-то неуважение, вот, попахивает неуважением. Естественно, после этого играть не очень-то хочется, поэтому периодически я злюсь на эту игру, бросаю ее. Ух ты, медведь. Медведь. Нехило. Так, а здесь у нас зомбарь. Интересно, а реально медведя убить на такой стадии? Я имею в виду, мне, кстати, надо убить медведя. Так, проблема в том, что смогу ли я это сделать? Да, в рукопашку его. Может быть, кстати, вполне возможно его убить в рукопашную, но как правильно к этому подойти? Вообще он, кстати, медведь любит плевать на атаки по нему. Вот он меня сейчас не видит. О, все. То есть вот охота на медведя вполне такая реальная вещь. Он даже нас не видит. Хотя у медведя очень хороший нюх. Да, вон он носится. Че он там? Да, прикольный медведь, конечно, у них получился. Не, я его за хедшот ему сделал, но я не думаю, что я смогу его убить. Таким образом. Так, лучше этих побьем. Голодранцев. Так, механические части. Ну, у них всегда тут механические части выпадают. Что ж, город уже близко достаточно. Пора нам... Упс. Не, конечно, плохо, когда невозможно... Ну, они проходят через вас. Обменялись ударами практически синхронно. Плохо, когда они проходят через игрока. Это... Честно говоря, бесит. А играть на клиенте не очень здорово и записывать. Вот приходится запускать сервер. Из-за сервера они и проходят. Потому что если на клиенте играть, то они не проходят. Ну это как... во-первых, это немножко читерно. Прохождение сквозь зомби. Вот. Ну и не очень реалистично. Я такие вещи не люблю. Ну а что делать? Я же не могу останавливаться перед ним. Опс. Перед зомби, да? Чтобы его предотвращать это все. Так, о, у нас тут байкер. Я тут, друг. Опс. 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 Так, вот, ну что это такое, а? Разве может так? Ай.
Я бы хотя бы в момент удара бы останавливался перед ним. А я даже не могу попасть в него из-за этого. Ну вот, смотрите, а. Да и главное, более справедливо бы это было. Блин, у меня кровотечение. Сейчас меня догонит, наверное. Так, все, надоел ты мне. Надоел, действительно, разозлил уже. Ну, неплохой нож. Так, лекарство мне. Да, что-то я кстати, то ли разучился у него играть. За это время, пока не играл. Прям смотрю, не, как-то у меня нечеткая такая боевка стала. Не могу рассчитать точное время подхода. О, она мне восстановила, кстати, количество перевязок. Так. Ну, вон, город там. Здесь вот один домик. Так, что у нас тут? Так, еще какой-то зомбарь. Что-то выносливость не очень хорошо восстанавливается. Вот это вообще уже с одного удара убивается. Это забавно достаточно. Такая бежит. Рьяная такая на меня. У-у-у. Так, еще тут есть пару зомби. Я вижу еще байкера одного. Думаете, я испугался того? Думаете, я не полезу на байкера? Полезу. Так, вот он. Давайте его сначала немножко подстрелим. Не, мимо. Да, опять мимо, прям над ухом. Двойное. Да ладно, я тут. А, то есть он даже так решил. Еще разочек. О, все. О, неплохо. Так, что у нас там дали-то? Кстати, здесь еще и пенек. Вот чай, честно говоря, полезная вещь. Приходится его все время собирать. В пеньке ничего нет. Ну, здесь домик еще какой-то. Домик у меня отмечен на карте, поэтому я сейчас не хочу домиком заниматься. Пойдем лучше в сторону города. Тут главное с ними бороться очень просто. Кстати, подождите, а что у нас шапка-то это 34, а сейчас у меня... О, да у меня это лучше, чем этот шлем. Хотя он, наверное, стоит 500. Ну да, 500, хорошая цена. Самое оно. С другой стороны, я могу, конечно, вот в этом городе сейчас пойти опять на старое место, где я в прошлый раз... выживал во время Орды, когда мы решили данж осмотреть и одновременно с Ордой. Ну, не знаю, будет ли это честно по отношению к Орде. Кстати, а вот здесь где-то обрыв этот был гигантский. Сейчас я еще тут соберу немножечко. Сколько у нас там? 5 часов? Нормально. Нормально. А, слушайте, а у меня мир перестроился, я смотрю, похоже. И все у меня хорошо стало. Так, волк впереди, блин, туда я не пойду. Проблем мне с ним не надо. Так, ладно, пойдем в город. Не будем сейчас отвлекаться, мне надо готовиться фактически к Орде. И надо выбрать, где мы будем прятаться. Кстати, вот в этом данже я ни разу не был. Может быть, нам туда залезть? И там их... пошустрить. Так, о, смотрите, что с ним стало. Ничего себе. Опа, он исчез вообще. Что такое? Ой-ой. Я понял, что это такое. Друзья, это, наверное, перестраивается мир. Слушайте, наверное, перестраивается мир. Потому что после апдейта последнего... То есть это старый еще тут, видимо, город был. А теперь он перестроился. Кстати, там был ящик мой.
Пойдемте посмотрим. Что с этим ящиком стало? Очень удивительно. Вообще, да, поразительная вещь. Просто взять вот так вот и перестроиться. Так, а ты-то чё? Ты тоже перестроился? Добро пожаловать. Новый прекрасный мир. Но тебе в нем жить не придется, к счастью. Потому что ты плохой. Потому что ты плохой, и ты не любишь таких людей, как я. А я просто пытаюсь здесь выжить. И ты мне мешаешь. Так, ладно. Так, что-то у нас с питьем какие-то проблемы. Да, здесь, оказывается, стройка, друзья. О, засверкало. Ну что ж. Так, неплохо. Слушайте, ну вот, вроде целый город. Полно зомби он ходит у нас тут. Так, хорошо, что я металл взял. Это мне пригодится для того, чтобы... Так, кстати, а вот это... Из этого я не сделаю ли себе железный наконечник? Один. Да, заодно. Чтобы не таскать его. Слушайте, ну вот стройка, например. Как минимум здесь интересный момент. Что здесь еще? Ну вот в том здании я был, кстати. В прошлый раз. Ну что, я предлагаю тогда, может быть, этот... обследовать. Так, а ты чё? Тогда для этого придется мне делать здесь склад, наверное. Да, какой-то. Допустим, ящик хотя бы положить. Давайте сделаем ящик здесь. Да, почему нет? Так, чест. Ну, я просто хочу совместить два в одном. Думаю... Это будет логично. Так. Где-нибудь на виду, что было. Что-то плохо видно все. Да. У меня, кстати, ящик рядом еще один. Так, сколько у меня, кстати, здоровья-то? В смысле, 19 минут еще. Хоть ничего, нож 38. Я могу, кстати, починить. Ну ладно, не буду сейчас с этим связываться особо. Еду возьму. Еду возьму. Это нафиг. Питье есть вроде. Да, еда пускай будет. Там потом с этим разберемся. Хотя у меня мяса нету, зачем мне яйцо? Да, нормально. Так, что ж. Crack and Book. Да, я тут бывал уже, честно говоря. Да, бывал, но не так вот. Забегал просто. Проверим. Не помню, а где здесь вход-то наверх? А, вот, я тут расчищал. Слушайте, а может я здесь был? Да не, маловероятно. Наверное, просто походил немножко. Да бывал я тут, конечно, но я думаю, не до конца осматривал. О! О-о-о-о-о! Кстати, они вроде как будто перестали прыгать по этим дурацким своим... Ну, как бы... Ух ты! О-о-о! Смотрите, а? Ну, мне кажется, это тот, который не прост... Ну, да ты еще пританцовываешь после смерти. Слушайте, ну, мне кажется, вот этот не встанет. Хотя, представляете себе опасность какая? Я думаю, я ударю, он сдохнет. Да. Это тоже. Слушайте, ну тут есть враги. Я, наверное, сюда не заходил вообще. Так. Это на первый этаж лестница. Да, и, наверное... Так, а где же выше-то? Вот странно, кстати, история. Подожди, здесь что ли подъем-то? Как выше-то подняться? Здесь вниз. 19 у нас. 19:40. Слушай, какая крепкая.
Жердяй помер там с одного удара, грубо говоря, да? А тут это... Наверное... А, мне, наверное, в этот раз на ту сторону надо идти. Да. Да, вот там видно забитый, что ли, этот пролет лестничный. Не, конечно, тут было бы здорово высиживать. Да, здесь видно, вот сюда только можно подняться. Не, слушайте, ну бывал, точняк. А, вот, по-моему, до сюда как раз и доходил, дальше не ходил. Да, здесь, по-моему, есть ловушек полно. Ты посмотрим. Ладно, испытаем на нем ловушки. Давай рецепты. А, тут кто-то есть, но... Слушайте, но учитывая, что здание, конечно, не до обследовано и прохода наверх даже нет. Я думаю, что это нецелесообразно тут прятаться от них. Так, что-то странно, кто-то там беснуется. Да, смотрите, ничего нет. О, есть. Кое-что есть. Что у нас здесь прочитать? Аугер. Так, а лаунчер у нас был уже, да. Да, полно тут, смотрю, электродеталей. Но сами понимаете, сейчас этим заниматься не самое подходящее время. Ладно, вот сюда только заглянем. А, это орда, вот в чем дело. Я понял, кто это орет. Опа. Обалдеть. Вот это находка. Друзья, это... О, видите, падает все. Это орда, я все понял. Внизу пришла орда. Торчит там. Так, ну что, я думаю, вот что сделаем. В общем, этот этаж 100% я бы не хотел сейчас лутать. Вот, потому что он, во-первых... Ну, как сказать... недоступен для меня. Я думаю, что мы сделаем следующий ход. Я просто... Так, ну давай, забирайся. О, есть. Вот сюда я перелез. Так, а тут тоже, да. Наверх надо. И тут, наверное, я смогу укрыться от этих зомбей. Вот это еще сделаем. Не знаю, что нам готовит этот... Это место. Кстати, так, стоп. А что у нас? Давайте съедим что-нибудь. Гидрация -2. Да, кстати, прилично. Тут мне уже поесть надо. Сейчас попьем заодно. Сделаю здесь ящик сейчас. Ну, все, что ли? Что-то быстро насытился я. Так, чест. И вот тут я поставлю его пока. Этот ящик. Он, в принципе, недоступен будет. Хороший пистолет. С одной стороны. Так, это я читал? Да, читал. Кстати, можно скрепить. Так, пистолет можно взять. О, вот этот, кстати, разрядить можно тогда. Да. Почему бы и нет? Ну, а с этим пистолетом побегаем. Даже, может быть, постреляем в кого-нибудь. Так, это из сюда. И да. Что у нас там по болезни-то? 13 минут. Так, тогда здесь сейчас я выставлю себе переход. Да, засяду на этом этаже. Так, вот как-то, наверное, чтобы не свалиться особо. Давайте сделаем несколько шире. Пока есть возможность. Да, конечно, вот это вот фреймы, вот эти, они несколько... Тоже читерная вещь. Очень быстро ставится. Ну, то есть, все это нормально, это здорово, что можно все поставить. Но как-то это должно... Как-то это должно быть...
менее доступно. Там время, может быть, на установку больше, как бы, должно отниматься. Ну, в общем, что, пока там сейчас орда будет. Сейчас полутаем. Ух ты. Тут у нас рабочий миксер. Да, жалко, конечно, что это нельзя снять. Хм. Зато детали с нее кое-какие. Да, жалко, что эти штуки не собираются так же, как байк. Вот, честно говоря, вот это, например, бетономешалка, было бы классно, если бы она собиралась именно как байк. Так, что ты там, железную дверь нашел? Прикольно. В общем, вариантов у меня мало, поэтому я решил отдохнуть. О, еще один. Везет. Только не мне, потому что я ничего с ним сделать не могу. В принципе, сюда, конечно, можно было бегать, месить бетон, но... Кто так делает? Да никто так не делает. Ладно, посмотрим, куда они смогут прорваться. В данный момент они на улице сейчас все. Буду надеяться, что сюда они все-таки не прорвутся. Так, кисть. Да, все лишь навсего осталось пережить. Но я зато приятное с полезным совмещу. Я так люблю делать. Че с этими ордами возиться? Они и без меня хорошо существуют. Так. Лекарство. Да, вот это надо... Открыть тоже будет. Опа, схема оружица. Ну, это есть у меня. Так, еще магнум. Ну, это тоже у меня, по-моему, было. Да. Все это мне известно. Ух ты, сколько там всего. Где у нас там фреймы? Может быть, конечно, лучше было здесь все это поставить, я имею в виду. Здесь ящичек. Может даже это, да, понадежнее было бы. Кстати, вот я чувствую уже, как у меня лагает все. Поэтому... Действительно, вроде как выходит, что нужно даже еще приличный компьютер иметь для того, чтобы мощные орды как бы можно было пережить. А то вот так вот тоже на слабеньком, там вообще слайд-шоу начинается, и привет. Чё там, как его можно пережить, если там все 15 кадров в секунду там идет? У меня, конечно, не 15 кадров. Потому что у меня почёт на экране медленнее, чем на записи происходит. Видимо, приоритет расходуется. Так, о! То, что мне раньше нужно было, все это... Все это нафиг теперь сыпется кучами. Да, все это здесь. Да, я знаю, что я сделаю. Я поставлю здесь ящик. Сейчас вот здесь прямо его. Где-то чест. А то там больно как-то опасно, по-моему. Они, кстати, что-то не очень хотят сюда лезть ко мне. Вообще некоторые ставят на стены, но мне не нравится вот это все на стены крепить. Так. Молоток хороший. Они даже сюда не поднялись. Вот что поразительно. Ладно, потом выйду, их перебью. Не, в одиночку, конечно, уже здесь становится тяжело. Потому что все-таки чувствуется, что все сильнее и сильнее становятся орды. И я как бы не терминатор. Я, конечно, могу с ними сражаться, но у меня сейчас я не поспеваю уже, честно говоря. Потому что надо быстрее развиваться было. Они меня немножко опережают в этом плане. Я чувствую это.
Я вам слышу, что там полно этих плевателей. Выйду здесь. О, кстати, а что здесь у нас? Ничего себе. Интересный расклад. Так, одного вижу. Факел. А тут что? Туалет, что ли? Нет, какой-то офис. А, я примерно знаю, что это такое. Складской офис какой-то. Так, а что здесь в ПНВ? Не, в ПНВ... Так, еще журнальчики. Прям грабитель ночной. Так, во-во-во. Я слышу, долбит. А где долбит? Че, здесь прям, что ли? Не-не-не, они далеко явно. Вот это я прикольно придумал. Фиг они сюда залезут и снесут мне это дело. Я, собственно, это сделал исключительно ради того, чтобы никто мне тут не поломал этот ящик. Хотя на земле, наверное, шансов меньше, чем... Что? Какое-то электричество слышал, что ли? Так, я вижу, там он один... Сюда головой лежит. Под нее каска, но все равно в любом случае. О. Да, кстати, стулья можно потом переработать будет. Да, даже несмотря на то, что у меня разделенный клиент-сервер, все равно чувствуется, что игра... Ой, я думал, он уже умер. Подошел к нему, а он на меня такой таращится, и я на него таращусь, как дурачок. Я думал, ничего себе, тут мертвец какой-то. Че на меня так смотрит подозрительно? Он не понял, и я не понял. Ну вот, и хоть несмотря на то, что разделенный клиент-сервер, все равно чувствуется просадочка есть. Оптимизация в игре, видно, не очень хорошая. Хорошая. Так, металл. Холодильничек. А, кстати, я знаю, что они могут сделать. Они могут мне тут поднять. Встать друг на друга. О, кстати, тайник. Так, ладно, там вроде какой-то ковбой. Да, вот здесь какой-то тайник внизу. Честно говоря, я пока не знаю, как к нему попасть. Ладно, сейчас разберемся. Мне кажется, ли там какой-то зомби электрический? Ха, получил. Нечего просовывать бошку сюда. Да ладно! Вот, о, а теперь... Никак попасть в него не могу. Ладно. Давай. Ну, выходи уже. Сажу тебя здесь тогда, ладно. А то я своей дубинкой тебе помогаю. О. Да, знаете, не очень-то... Не очень-то плавненько все стало. Из-за этого мне, честно говоря, тяжело. Я даже не представляю, как вот вручную сейчас бы я тут мочил эту орду. Все с другой стороны. О! Че это они? Че это они так реагируют на меня? Да, куда ты бегаешь? Слушай, а им тоже, по-моему... О, неплохо. Им тоже, по-моему, не сладочка. Сейчас тут со мной так, карта отлично. Долго ты стоять собиралась там?
Да, нет у тебя ничего, что ли? Ёлки-палки, час. Ой, только час. О, есть у нас, кстати, возможности приготовить воду там всякую. Так, что-то я там взял интересное. Да, вот эти вот локеры, конечно, здорово дают порой. Потому что... Ну, у них можно вот эти зимнюю одежду набрать. А она, естественно, топовая по продаже. Так, ну ладно, а как сюда-то пробраться? А, тут какая-то ловушечка есть. Не ловушка, а хитрость. Так, ладно, я сюда пройду пока. Так, выгружаем все. Не, ничего особо интересного тут не было. Так, я карту читаю сразу. В общем, сразу прочитаем карту. Карта Николь. Куда она меня там закинула-то? Вот туда, на юг. Ладно. Это, кстати, хорошее такое правило. Мне вот нравится читать карту сразу. Потому что иначе тогда... Ну, понятно, здесь клад появляется в момент прочтения, да? И если отойти поближе к себе, я там куда-нибудь вот так вот сделать, то это... Опять же, такая хитрость. Опс. Можно было просто... Ничего себе, нормальный. Нашел здесь клад. Да, когда не надо, куча этих рецептов всяких. Так, а во, у нас тут есть еще и этот, дружище. Знаете, я просто думаю, что уничтожать зомби — это, ну, как бы орды, вернее, это не самоцель в игре в этой. Поэтому ничего, мне кажется, страшного, что схитрил там, и пока идет орда там, да, занимаешься чем-то полезным. Потом, например, есть тут куча разных хитростей в этой игре. Например, можно, кстати, проверить, сделать гигантскую площадку из того же, из тех же фреймов. Вот, и посмотреть, что будет тогда. Потому что, как известно, зомби не спаунятся на том, что игрок создал. Поэтому, как бы... Ой, ёлки-палки, вот я болван. Черт меня подери-то. Ладно, теперь антибиотики только. Но это, правда, снижает мои теперь характеристики. Да, я забыл совсем про болезнь. В принципе, антибиотик-то у меня есть там. Вот, но сам факт того, что я забыл об этом, меня не очень, конечно, впечатляет. Ну, хорошо. Впечатление, что прям где-то рядом долбят. О, собаки, да, собаки, собакам тут особо вообще здорово, потому что они вообще тут забраться никуда не могут. Да, как же я так пропустил этот момент. Ну ладно, я думаю, что это не беда. Успеем мы вылечиться. Сколько она, кстати, там пожирает стамины? 0.30. Да, это плохо. Так, друзья, ну что ж, а зато у меня есть другая штучка. У меня есть... Так, никого тут нет. У меня же есть куча очков, да, 37. Давайте пока пройдемся, посмотрим, что тут можно получить. Ну ладно, наука — это ясно. А вот, например... Tools Meeting 18 даю, нужен. Bat Mechanic. 20-ку. Да, я бы, конечно, Bat Mechanic бы, честно говоря, вкачал бы. Потому что с него тоже сыпется прилично. Оружие. 18 идет. Так, а 18 у нас 36, тогда получается там. Да. Так это я могу тогда это вкачать себе. Weapon. И Tools Meeting. Все, отлично. У меня теперь инструменты, все. Будет как надо. Да, где-то вот буянит. Буянит где-то, а где, не могу понять.
Ладно, продолжаем расхищать эту собственность социалистическую. Да, вот это вот опасно было бы, если бы я сейчас долбанул по нему топориком, было бы не сладко мне. О, кстати, питье пора. Так, а это что? О, мне, кстати, свет тут этот электрический пригодится. Тут можно найти, наверное. Не, веселая жизнь, конечно, когда орда. Так, это, наверное, я не читал, да. Но еще один рецептик горящих стрел. Одних рецептов отсюда притащить можно на кучу-кучу. Так, он кто-то пробежал там, вот если не ошибаюсь. Попить надо. Давайте попьем. Хорошая книжечка, но у меня уже есть, к сожалению. Так радостно, когда находишь такую книжку там по пистолетам, там по всему хорошему. Так. Опс. Да, это было неправильно. Еще один рецепт. Слушайте, ой, какое количество, посмотрите только, а. Всех этих рецептиков, их уже девать некуда, по большому счету. О, тут спит один. Пойду-ка я отнесу. Кстати, здесь вот получается такая неплохая защита. В любом случае, пока выкладываешь, тут еще добраться до суда должны. Обалдеть, сколько рецептов-то. А, вот это он, наверное, все-таки проснулся. Так, ладно, еду можно и съесть, наверное, уже. Да. В принципе, я, наверное, металл тоже зря ношу. Так, а где он? Рвется-то сюда. По-моему, где-то здесь он прорывается. Так, ладно, посмотрим. А, ну вот. Вот и все закончилось. По большому счету. Плохо, что действительно мигрируют эти зомби. А, нет, вот он, все, я думал, он опять. Как раньше там. Исчезали, появлялись. Так, ну шишка-то мне зачем? Нет, мне шишка не нужна здесь совсем. Так, ну что ж, осталось только добить тех, которые остались. Да, вот здесь этот челлендж. И можно уже будет... Так, еще один аугер. О, бензопила. Еще бы это все... Найти детали к ним, потому что, конечно, детали для аугера... Бензопилы очень, очень редкие. Так, топливо. Ну, по-моему... А, это был рецепт на топливо. Ну все, им надоело орать. И мне, кстати, моим ушам полегче, честно говоря. Да и вашим, наверное. Я не знаю, так вот этот просто утомляет вот этот крик этих зомбей. То есть он же не пугает никого. Это как бы сделано, что как будто они такие страшные там, да? Орда. Но по факту это же не так. Ладно, пойду посмотрю теперь, что с ними там. Да, друзья, сейчас я выгружусь и пойду туда спущусь. Но это, наверное, мы уже с вами посмотрим, наверное, в следующей серии, потому что сейчас я
уже просто не успею это сделать. Так, запасной ящичек. Так, окей. Опускаемся. Аккуратненько, где они там? Блин, я же отсюда не вернусь теперь. А, они внизу где-то были. Мне бы антибиотика. О, несколько штук заметили меня. Сейчас должен отсюда подняться. Ага. Ой, ёлки. Ну кто-то же меня заметил. Так, один заметил. Давай, давай. Слушайте, они что-то тупят. О, не. Не очень-то. Это была хитрая ловушка. Так, окей. Они меня... Слушайте, ну... Да, это, конечно, нехило я так... Меня потрепали. Так, я плохо стою здесь, ну ладно. В любом случае будем прорываться. Опа, там плевон есть. Плеватели. Так, кто-то сюда выйдет? Да, сюда выходит часть. Так, здесь кто-то есть. Отлично. Да как так все тормозит-то? Реально, ну вот прям уже все, прицелился. Думаю, ну сейчас долбану. Не. Ну вот это вообще меня убивает, конечно. Дистанционное уничтожение. Называется. Прям просто дистанционно, как это. Ёлки, как в DayZ. Телепаты. Телепатия. Зомби за километр, а он тебя это... Ну это, кстати, этот, синхронизация, наверное. Страдает, потому что... Так, что... Давай, 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 пиво. Пиво давай, все. Пиво и все тут. Давай, давай, все. Без пива тут уже не очень хорошо. Так, что-то у меня температурка. Не докрутил. Эх, рано. А, у меня же еще эта, зараза, болезнь, которая у меня выносливость отнимает. Все, давай, ложись. Фу. Пойду следующих долбить. Да, надо надеть вот это, наверное. Что-то мне жарко. Так, здесь есть вот один. О, феральный паразит, а? Я думал, он обычный, думаю, ну сейчас так умрет. Так, что, у меня таблетку надо. Да. Так, проломили здесь полно дверей. А, они сломали здесь стенку. Слушай, все-таки прыгают, а? Я думал, не прыгают уже. Так, таблетка мне пригодится. О, еще один. Еще один смертник. Прям бежит, как смертник, реально. Так, что ты там взял? У этого. Покажи, что у тебя есть. Надо все это убирать. О!
А где же орда-то сама? Тоже феральная, что ли? Да, много феральных стало. Все чаще начинают появляться феральные. Какие-то обломки одни. О, мед, но мед, к сожалению, мне не поможет, не помощник сейчас. Че, дробаш, что ли, я там взял? Кстати, они через эту щель пролазят, а я фиг тут пролезу. Ой, тут. Ну как вот ты, а? Ну не должен был ты меня ударить. Ну никак ты меня не ударил бы. Я тебе просто обещаю. Слушайте, ну... Они сами тут наубивались. Я, правда, не понимаю, как это у них выходит. Они периодически... Ну смотрите-ка зато какая мощь. Просто реально вынесли тут стены. Так. Да, сейчас тут досмотрим это. Что тут у них еще было? Да, все это я собираю, чтобы просто... О, да тут еще. Не, ну... А, тут я видел, да. А тут, кстати, бомба, по-моему, если не ошибаюсь, лежит где-то. Мина. Ну, я, по-моему, ее обезвредил уже, наверное. Да, вот тут опор подорвали они. В принципе, неплохо поработали. Так, можем... Не, ну такое здание, конечно, им не завалить. Это 100%, я знаю. Вот, но... Сам факт того, что тут наломали, это прикольно. Да, что-то не было, вернее, я так и не нашел ни одного жердяя. Хотя вот я слышал, что они были. Почему они разбежались куда-то или они исчезли? Вот это мне непонятно совершенно. Почему, когда я спустился, никого уже не было? Я, честно говоря, одного видел, но пока я тут болтался, вот с этими разбирался, он уже куда-то испарился. Ну, тоже странно. Я думаю, что вот будет здорово, если я эту орду всю замочу после. После ночи. Но нет, они взяли и как бы убрали все это. Итак, дорогие зрители, благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Она, к сожалению, подошла к концу. Прошу вас поставить лайк этому видео, для того, чтобы оно лучше продвигалось в YouTube. И не забудьте посетить мои социальные ресурсы. Ссылочки прилагаются. Спасибо вам большое за просмотр. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока.